Всем привет, ребята, и вы сейчас на моем канале Милашка Тока. И, кстати, у нас вчера вечером вышло обновление, я его закачала, и сегодня я хочу сделать себе дом в виде этого обновления. Обзор на это обновление у нас выйдет завтра. Так как обновление само еще толком не вышло во всех сетях, чтобы все могли скачать и купить себе. Вот. И сегодня я хочу обустроить дом в виде такого кошачьего и собачьего всего, потому что это очень мило, мне так кажется. Вот. И сегодня мы с вами, конечно же, это обустроим. Но пока вы можете насладиться видео и поставить лайк и подписаться на мой канал. Да, уже какой раз говорю, что буду перед Новым годом жить в том доме, который обустраивала в прошлый раз. Но вот не могу сдержать свое обещание, потому что когда выходит вся такая милая мебель, то, конечно же, хочется все поменять, и, конечно же, хочется жить и в новом доме, потому что я даже не знаю, что мне туда селить. Я же не могу поселить отдельно животных и поселиться отдельно сама. Также у меня тут будет комната для животных, но я пока что еще не придумала, где ее сделать. Кстати, было бы круто, если бы в какой-то версии, там еще летом, ближе там к какому-то еще дню, нам бы подарили, знаете, какую-то новую локацию с, ну, допустим, с каким-то связанным праздником. Идею дома тоже можно брать. А еще, если вы захотите, я сегодня сниму такое видео. У нас сегодня выйдет два видео и один шортс. Видео будет о том, как закачать взлом. Потому что некоторые не могут себе купить, потому что у кого-то нету карты, кому-то не разрешают родители, а кто-то и вовсе не может. Ну а взлом все могут скачать, и как бы он для всех будет доступен. И если у вас обычная тока-бока, то просто закачайте Телеграм и подпишитесь на мой вот канал, сейчас высветится. В общем, хочу вам сказать, чтобы вы просто посмотрели, как я выстраивала. Думаю, это будет интереснее, чем я буду так долго говорить. Я не знала, как обустроить двор, и начала что-то уже делать, кошачью комнату и все такое. Ладно, давайте переступим к самому интересному. Как раз вышло уже это обновление, я его закачала и просто увидела
те свои любимые волосы, которые я вернула. Вот эти вот две дулечки с вот этими желтыми прядями. Да, наконец-таки я их вернула. И не пугайтесь, у меня прическа меняется не так часто. У меня были две дулечки, да. Но как бы приходится все обновлять и обновлять, и так будет даже интереснее. Ну, я думаю, во дворе мне помешал бы какой-то маленький цветочек. Но если бы еще можно было бы менять погоду, да, создавать своих персонажей, это было бы гораздо круче, представляете, ребят? Вот такой домик у меня получился, сейчас вам покажу. Кстати, мне очень нравятся коты-батоны, которые добавили сюда, и собачка, конечно же. Сюда я поставлю две милые рации в виде лапок, или это какие-то микрофончики. А сюда какую-то вытяжку, или я не знаю даже, что это, напишите в комментариях. Также в этот дом я еще добавлю какие-то вещи с почты, с магазинов и так далее. Ну, я сейчас обустраиваю то, что есть в креаторе. Ждите обзор на обновление. Всем пока-пока, вы были на канале Милашка Ток.